Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у Виктора Васильевича Дичкова, руководителя группы компании ICL КПВС. Здравствуйте, Виктор Васильевич! Здравствуйте! Рад вашему прибытию на наше предприятие, потому что нас связывают очень многие узы. Вы для нас кузница кадров, и мы гордимся этим, и, с другой стороны, мы нуждаемся в этом. Большое спасибо. Ну, сегодня хотелось бы немножко поговорить про перспективы развития отрасли информационных технологий, пообщаться на тему того, что делает компания и Казанский федеральный университет для того, чтобы наше будущее стало ближе. Мне кажется, что ICL КПВС – это одна из ключевых компаний нашей отрасли в нашем регионе, в России в целом. И, конечно же, для высшей школы ИТИС Казанского федерального университета это и есть, и была та компания, которая стояла вот у истоков, и, собственно говоря, благодаря которой мы смогли запустить новый факультет. Ну, в принципе, наверное, надо не лишне вспомнить историю, потому что ICL КПВС родилась не на пустом месте, и группа компаний ICL сформировалась тоже. Мы ведем историю, я считаю, от завода ИВМ, или когда-то он назывался завод математических машин, потом завод электронно-вычислительных машин, потом Казанское производственное объединение вычислительных систем. И в пик развития Казанского производственного объединения в объединении работало 12 тысяч человек. Мы производили мейнфреймы, которые были востребованы и в Советском Союзе, и за рубежом. Сам лично я помню, что мы поставляли наши ВМ в Индию, и мы поставляли их в составе комплексов, которые помогали индусам исследовать шельфа Индийского океана в поисках нефти и газа, потому что Индия до сих пор является страной, которая нуждается в энергоносителях. Но если я правильно помню, то предположительно именно ЕСМ-20 управляла запуском первого космонавта Советского Союза. Ну да, вы когда бывали у нас в музее, мы вам показывали вот этот макет той самой ламповой машины, которая управляла полетом Гагарина в космос. Действительно, это большая история, и нам есть что вспоминать, и главное, нам есть на каких примерах на этой истории воспитывать молодежь. Да, и действительно, сегодня я знаю, что группа компаний ICL КПВС сотрудничает не только с ИТИС, Казанского федерального университета, но также и с факультетом ИВМИТ, МИХМАТ, ФИСФАК. Огромное количество курсовых, дипломных работ и выпускников Казанского федерального университета идут работать к вам в компанию. Собственно говоря, это индикатор того, что это активно развивающаяся компания, которая смотрит в будущее. И вот как раз хотелось бы поговорить о перспективах. И в частности о том, какие тенденции и тренды развития отрасли информационных технологий вы сегодня видите. Ну, вначале я скажу то, что почему мы не только там с вами работаем, с ВМК и с другими факультетами. Мы считаем, я лично считаю, что для нас принципиально важным является, чтобы к нам приходили ребята, у которых изначально очень хорошая математическая подготовка. Мы часто вот в своем сообществе IT-специалистов, руководителей IT-подразделений России спорим. Некоторые говорят, вот нужно у школьников надо учить программированию, там кто-то говорит там с первого класса, кто-то с пятого класса. Там я придерживаюсь того, что учить нужно математике. И тот отбор, который мы вот в свое время еще в 90-х годах начали делать молодежи именно в республике в первую очередь, мы в первую очередь были ориентированы на то, чтобы отбирать математиков. Потому что уже конкретным инженерным специальностям мы их научим здесь, на предприятии, потому что то развитие и та скорость развития, которая развивает информационные технологии и востребованность их на рынке, она именно рынком диктуется, вот эта востребованность. Они настолько динамичны, что университеты не успеют за этой динамикой. Поэтому нам важно, чтобы университеты давали базовые знания, математические знания и то, что американцы называют computer science. Вот. А инженерным наукам мы, в принципе, готовы учить, да и учим. Вы знаете, мы вместе с вами ведем такую серьезную программу. И благодаря этой программе, я думаю, что у нас, наверное, статистически не знаю, но процентов 30, наверное, молодежи, которая пришла в последние 10 лет, она где-то связана вот с этой университетской программой нашей. Ну да, у нас ежегодно от 50 до 100 студентов проходит через программы совместные с ICL КПВС. Это действительно очень много, на самом деле. Примерно такую же программу мы ведем также и в Казанском авиационном институте, но это может быть отчасти дань того, что сам я заканчивал Казанский авиационный институт, профильный факультет вычислительной техники и информационных технологий. Вот. И
Значит, если возвращаться к теме уже развития собственно информационных технологий, то они действительно вот эти последние более 30 лет технологии развиваются в форме взрыва. Изменения настолько динамичные, что специалисты не всегда отслеживают. И еще такая особенность этих технологий, то, что даже ведущие компании, эксперты ведущих компаний сегодня, говоря о тенденциях, заглянуть вообще достаточно точно дальше, чем через 3 года, никто не решается. Я помню, как мы общались с нашим партнером группы компании «Фуджитсу», к нам часто приезжали специалисты из Токио, из штаб-квартиры компании. Последний раз это было, наверное, лет 10 назад, и мы сообщались с парнем, который такой же профильное образование, как у меня. И мы рассуждали на тему, какой доступ в интернет будет более востребован обществом, что победит, какая технология победит, Power Line Communication или же радиодоступ. Сегодня вопрос такого не существует. Хотя в то время проводились масштабные опыт, эксперименты, когда целые кантоны в Великобритании, районы в Испании, в Португалии получали контент, платное телевидение по электрическим проводам. И их это все устраивало. Тем не менее, сегодня победил полностью радиодоступ. И мы сегодня с успехом пользуемся мобильным интернетом. Вот. Возможно, Power Line Communication технологии также будут востребованы, но в более узких областях не так широко использованы. Поэтому вот заглянуть за горизонт вообще достаточно сложно. Никто не ожидал, что там такие компании, как Google, Facebook, начнут свое изобретать в технологиях, займутся разработкой собственных операционных систем, системных стандартов, системных сервисов. Это никто не ожидал, а сегодня это по факту происходит. Ну, я согласен, да, и, наверное, прекрасно помните прогноз руководителя IBM, который сказал, что в мире, наверное, есть рынок, может быть, для 5 ВМ, да? Вот, это было совсем недавно, то есть еще как бы вот живы те люди, которые это слышали. Но с другой стороны, вот в компании Xerox велись исследования, ну, вы знаете, собственно говоря, и оконных операционных систем, и мышки, все пришло из исследовательского центра Xerox в наш повседневный быт. И, в частности, именно там зародилась идея повсеместного такого, повсеместно доступного вычислительного ресурса, когда, то есть именно тогда еще было предсказано, что в ближайшем будущем микросхемы станут стоить так дешево, что они будут везде, и, собственно говоря, вычислительные процессы будут происходить в холодильниках, телефонах, как это и происходит сегодня, и любых других устройствах, включая одежду, которые находятся рядом с человеком. Поэтому человек, он сможет получить доступ к любым вычислениям в любой момент, в любом месте. И скоро, наверное, смартфоны как таковые уже не будут нужны, потому что ну, можно будет обратиться к голосовому ассистенту абстрактно в воздух, и какой-нибудь из вычислительных устройств, находящихся поблизости, его подхватит. Да? Вот. Но интересно узнать, какие это перспективы открывает именно с точки зрения рабочих мест. То есть какого рода специалисты будут востребованы в предприятиях? И, может быть, есть даже какая-то уже конкретная картина именно для вот, предприятий Татарстана, может быть, конкретно для вашей группы компаний в ближайшем будущем? Прежде чем ответить на последний ваш вопрос, я тоже позволю себе несколько воспоминаний. В частности, в 90-х годах многие компании, мировые лидеры, это и IBM, и Fujitsu, и многие другие, и Hewlett-Packard, по-моему, не был в стороне, они смотрели о том, что именно дать человечеству. И в частности, было обращено внимание, что компьютер может заменить телевизор. И появились исследования, и выпускалось одно время, это где-то продолжалось, может быть, в течение 3 лет, так называемый Home PC. То есть зачем человеку в комнате телевизор? Там, если есть персональный компьютер, он заменяет и телевизор, и все. Но вдруг выяснилось, что человек хочет иметь и телевизор, и персональный компьютер. Да, оказывается, не один телевизор и не один персональный компьютер. Вот. И прогнозы вот, маркетологов, которые, собственно, инициировали разработку таких вот изделий, пришлось отложить в сторону. Потому что человек в конечном счете своими пожеланиями, желанием свободы, он в конечном счете диктует, вот, каким рынок становится. Еще одно воспоминание из 90-х лет. Вот упомянутая компания IBM, она в 90-е годы предлагала свой путь развития, к которому практически мы сейчас пришли, но уже на другом уровне. А именно, они говорили, что IBM заменит все АТС,
все телефонные станции на цифровые, там будут стоять мейнфреймы. Все люди получат у себя цифровой контент. Это будет или приставка к телевизору, или специальные изделия, которые IBM изобретет, и они будут получать все необходимые IT-сервисы через телефонные станции. Вот. Мы сейчас вернулись к этому, но практически в вариантах ЦОДов. Сейчас создаются центры обработки данных, и практически это в какой-то мере является сегодня аналогом вот тех АТС, о которых в свое время IBM говорила. То есть мы пришли к тому же, но уже на другом уровне, и ну, может быть, не в варианте реализации мейнфрейм, IBM-овской мейнфрейм. Вот, поэтому какие именно технологии вот, и что сегодня рынок требует, здесь, наверное, следует сказать о том, что вот уже практически, наверное, около 10 лет на рынке основной тренд, который движет разработками, занимает умы ведущих маркетологов и специалистов крупных компаний, это то, как снизить совокупные затраты на владение информационных технологий, при том, что спрос и развитие сервисов в области IT, оно только растет. Поэтому отсюда родились именно требования к централизованной обработке данных в ЦОДах, потому что программное обеспечение системного уровня становится все сложнее, проблемы защиты информации тоже становятся все сложнее, это требует высокой квалификации специалистов. И вот лучше их держать в одном месте, когда они вот квалифицированно работают на мониторе состояния этих центров обработки данных, своевременно устраняют возникшие сбои, неисправности, и таким образом снижают совокупные затраты, в то же время повышая качество представляемых сервисов. То же самое тренд в сторону облачных вычислений, он тоже решает эту же самую задачу, как снизить совокупные затраты компаний на владение ресурсами, на получение сервисов, IT-сервисов в наиболее широком спектре и как можно дешевле. Да, спасибо большое. Вот вообще-то говоря, конечно, не совсем правильно говорить про группу компаний Силка ПВС как про российскую только, потому что это международная уже сегодня компания, но все-таки вот говоря про вас как про отечественную компанию, в чем, как вы думаете, наше конкурентное преимущество вот в тех вот технологиях, о которых вы говорите, собственно говоря, все эти тренды действительно связаны с минимизацией затрат на владение информацией, работу с информацией. Вот где, собственно, преимущество, конкурентное преимущество именно компании в России? Нет, ну, во-первых, у нас конкурентное преимущество для работы на нашем рынке. То есть мы лучше знаем наш рынок, мы лучше владеем ситуацией на наших потребителях услуг информационных. Не говоря о том, что мы великолепно владеем нашими родными языками. Это тоже очень существенно для рынка информационных технологий. Вот. Ну, а с другой стороны, если вот смотреть, ну, может быть, в глобальном масштабе, да, мы зачастую, значит, используем те технологии, которые уже опробированы Западом, и, соответственно, где-то у нас, возможно, где-то мы избегаем тех ошибок и тех затрат, которые делались нашими предшественниками. Поэтому в этом плане, я считаю, нет ничего зазорного, что мы используем те технологии, потому что они уже отработаны, уже... Значит, весь мир пользуется теми или другими решениями. Да, мы отстаем, но таков наш рынок, мы должны этому рынку следовать. В то же время, для того, чтобы наш рынок имел возможности, и мы ему представляли самые последние достижения технологии, вот для этого, например, у нас в группе компаний создано отдельное подразделение, там сегодня работает 1200 человек, и они обслуживают у нас западных заказчиков. У нас... Например, вот недавно Fujitsu опубликовала то, что они стали лидерами в Европе в таком сервисе, как управление рабочими местами. Так вот, в рамках нашего партнерства с Fujitsu мы вместе с ними работаем в этом виде сервиса. И 60 тысяч рабочих мест сегодня управляется из Казани. То есть мы обновляем программное обеспечение на этих рабочих местах, когда это требуется заказчику. Мы обслуживаем эти рабочие места удаленно с точки зрения оказания содействия в решении каких-то конфликтных ситуаций, когда у заказчиков такие случаи возникают. Поэтому вот эти тренды, они сегодня таким образом
выражены, что мы, работая с Западом, с западными крупными заказчиками, имеем возможность предлагать на внутреннем рынке России такие же технологии, уже отработанные. Вот. Но не могу похвастаться, что рынок России на сегодня также активно воспринимает эти новшества. У нас есть свои особенности, но тем не менее он движется в эту сторону. А можем ли мы сказать, что все-таки качество, уровень специалистов и математическая подготовка специалистов, которые работают в российских компаниях, выше, чем у конкурентов, например, из Индии, Пакистана, Китая, или это не так? Ну, нам всегда хочется сказать, что мы лучше всех. Если это не так, лучше говорить правду. Нет. Хорошо еще верить в это, тогда действительно все получится. Но есть много ярких примеров о том, что действительно специалисты, и я могу здесь конкретно сказать, что это начиналось со специалистов, которые мы получали с университета. Помню, вот, собственно, вот наша работа по экспорту, она началась, ну, 11 лет назад. И первый проект, который нам был доверен, это практически нужно было разобраться с одной конфликтной ситуацией в районе Манчестера. Там небольшой партнер Fujitsu, значит, ну, завел дело в тупик. Компания была небольшая, она разбежалась, и заказчик оказался подвешен. Это был партнер Fujitsu. Нас попросили разобраться. Я послал туда одного третьекурсника с КФУ. Вот. Через две недели мне позвонили, сказали, вы откуда нашли такого умного парня? Я говорю, сказал, ну у нас все такие, да? Естественно. Попросили еще одного. Ну, понятно, что у нас мы компания, которая не держит специалистов просто в ожидании там, проектов. Когда проекты появляются, мы набираем специалистов, готовим или своих переобучаем. Поэтому у нас не оказалось сразу свободного специалиста своего. И мы, вот как футбольные клубы покупают, там футболисты арендуют фирмы, мы арендовали у небольшой казанской компании еще одного парня. Послали тоже там в Манчестер. Опять через две недели звонок. Слушайте, ну вы даете, этот еще умнее там оказался. Вот. И, собственно, вот развитие экспорта, оно начиналось именно с таких вот примеров на конкретных проектах. Обобщая все-таки, я могу сказать, что вот наша работа вот по экспорту и наше участие в глобальных проектах Fujitsu, оно говорит о том, что, в принципе, интеллект, который в компании сегодня работает, а это, я считаю, интеллект наших университетов, и это хорошая математическая школа Казани, которая там берет свое начало, наверное, сотни лет назад уже там, она говорит сама за себя. То есть мы, работая вот в группе Fujitsu, работая там с англичанами, индусами, поляками, испанцами, португальцами, немцами, а вот наши специалисты, они занимают особую нишу. Мы работаем в областях, которые там являются интеллектуально наиболее сложными. В части вот качества представляемых услуг могу похвастаться, что наши специалисты писали многие стандарты качества представления услуг, особенно когда речь идет о новых видах услуг. А это, считаю, что это, наверное, верх профессионализма. Да, да, согласен абсолютно. Виктор Васильевич, вот на самом деле хочется отметить, что у Казанского завода ВМ, потом КПО ВС, сегодня группы компании СЕЛ, КПО ВС, история инноваций, наукоемкость, она на самом деле очень богата. Мы уже упомянули, собственно, создание машины, которая управляла запуском первого человека в космос. Но я не могу не упомянуть также и великолепную машину Сетунь, производство которой было налажено в Казани. Это машина с трехзначной логикой, это совершенно вот уникальное явление. Это было сделано здесь. Вот. Мы выпускали серийно такую машину. Я могу похвастаться тем, что я, когда учился в Казанском авиационном институте, я делал лабораторки на этой машине, то есть писал программы там, в троичной логике. И сегодня американцы считают, что развитие технологий пошло, возможно, не по тому пути, потому что, например, сегодня, когда мы говорим уже об искусственном интеллекте, в попытках значит, моделировать мыслительный процесс человека, а вот двузначная логика не совсем хороша для этого. Человек мыслит скорее в трехзначной логике. Нет, да, нет и может быть. Вот, то есть минус единица, ноль и единица. Но сегодня технологии ушли очень далеко, и возвращаться, наверное, к тому, чтобы трехзначная логика восторжествовала, и, значит, мир перешел на нее, наверное, вряд ли получится. Но действительно, такая машина Сетунь, она производилась на заводе ИВМ, производилась серийно.
Но в конечном счете мир пошел по другому пути. И Советский Союз, я помню этот момент, когда мы присоединились, и было провозглашено, что мы присоединяемся к мировому сообществу в части стандартов построения элементной базы, вот, и построения архитектуры машин. То есть мы поняли, что развивать вообще вот это направление в отрыве, что ли, там, от мирового сообщества не получится. И сегодня это еще более явно видно, что технологии... Ни одна страна в мире не может похвастаться тем, что она делает абсолютно все и может делать абсолютно все. Да. Я все-таки хочу продолжить тему вот инновационности вашей группы компаний. Дело в том, что и сегодня вы продолжаете оказывать существенное влияние на науку. Я хочу, во-первых, привести пример того, что группа компаний «Селка ПОВС» оплачивала многократно стипендии магистрантам Казанского федерального университета. И вот в этом году, например, это было 5 человек, которые получали стипендии «Селка ПОВС». Это магистранты, это уже не специалисты начального уровня, они выходят магистрами, и они на самом деле могут создавать новые технологии. Мы на самом деле в университете гордимся тем, что мы не просто студентов учим тому, что сегодня умеем сами. Мы на самом деле их учим создавать новые технологии, так, чтобы они приходили в компанию и приносили какую-то добавленную ценность с собой. То есть они приносили с собой новые процессы, более оптимизированные, новые какие-то алгоритмы, новые решения. Но есть обратное движение. Вот я хочу продолжить просто развить тему того, как бизнес влияет на университет вот в лице группы компаний «Селка ПОВС». У нас целая новая научная школа была создана благодаря «Селка ПОВС», когда в результате сотрудничества с вашей компанией мы начали делать интересный проект в области анализа естественного языка. И, собственно говоря, человек из «Селка ПОВС», опытный архитектор, перешел с группы ребят в университет и основал в университете целое научное направление, которое сейчас у нас называется «Машинное понимание». Это Максим Олегович Таланов, он, кстати, ученый года в Казани по версии одного из казанских журналов. Вот. И, собственно, он не единственный пример того человека, который приходит из компании в университет, делает какие-то разработки. Собственно, их разработки потом, я знаю, внедрялись в сервисах группы компании «Селка ПОВС». Мы, собственно говоря, мечтали бы, чтобы это продолжалось. И в связи с этим мой вопрос. Вот очевидно, что вы уже сегодня огромный вклад вносите, в общем-то, в науку, и вы продолжаете эту традицию, заложенную когда-то тритной сетунью. Да? Но очевидно, что, наверное, и мы как-то, может быть, не всегда вас слышим. И вот мой вопрос с этим такой. Что нужно сделать нам, как университету, чтобы более оперативно, более адекватно отвечать на те вызовы технологические, которые стоят сегодня перед вами, как перед бизнесом? Очень интересные вопросы. Да, Максим Таланов, прекрасно его помню. И думаю, что у нас еще целая плеяда выдающихся ребят, которые могли бы именно заниматься наукой. Тем не менее, собственно, компания это нацелена на рынок, и мы обязаны просто отслеживать эти тренды рынка. Но некоторые вещи, вы правильно заметили, что мы уже именно из-за разработки уже применяем сегодня в наших технологиях. Например, производительность труда наших системных администраторов, она не в разы, она на порядок и более выше, чем традиционных сисадминов, которые работают чисто в подразделениях ОСУ крупных компаний, там российских компаний или западных компаний. Производительность труда также наших сисадминов выше, в том числе и там, чем у индусов, это мы знаем тоже. И в силу того, что мы уже вот при мониторинге состояния инфраструктуры заказчика уже применяем алгоритмы искусственного интеллекта. Он как раз позволяет человеку не обращать внимания на какие-то ситуации, которые уже автоматически программа, автоматизирующая работу сисадмина, решает за него сама. Безусловно, это дело видит и может в любой момент вмешаться, но вот такие элементы, они уже существуют. Надеюсь, что вот та научная школа, о которой вы упомянули, она будет, в принципе, иметь свое развитие и в какой-то мере будет влиять на формирование рынка. Когда этот рынок уже будет для нас сформирован, когда мы уже можем широким фронтом там услуги свои предлагать,
у нас будет хорошая возможность проводить быстрое обучение, дообучение специалистов этим технологиям, поскольку связи с университетом, они будут от года в год только укрепляться. И в этом плане это дает нам хорошие такие взгляды на уверенность в будущем, что мы будем востребованы на рынке и в будущем. Ну а для студентов университета надо понимать, что вот эта связь производства и науки в части вот нашей группы компаний и КФУ, она хороша именно тем, что те студенты, кто хочет заниматься наукой, они могут прийти вначале поработать, понять, как эти технологии работают у реальных конечных пользователей, и потом, набравшись опыта, вернуться в университет и продолжить свою там научную карьеру. Вот это вот, думаю, было бы полезно знать всем вашим студентам, кто мечтает о научной карьере. Да, спасибо действительно за такой призыв. И я хочу поблагодарить за то сотрудничество, которое вот уже на протяжении многих лет с Казанским университетом группа компаний «Селко» по ОВС проводит. Это было еще и задолго до того, как возник мой факультет Высшей школы ИТИС, это еще было СВМК. И на самом деле я могу сегодня упомянуть только вот еще несколько примеров того, как мы на самом деле действительно получаем пользу от тех ваших сотрудников, которые, набравшись опыта, возвращаются в университет, оставаясь даже вашими сотрудниками, делятся компетенциями с нашими студентами. Когда через лабораторию «Селко» по ОВС, которая у нас в университете уже работает больше 6 лет, действительно получают, что называется, вот из первых рук технологии, которыми люди вот на передовой именно индустрии, именно в своих отраслях, в своих технологических стеках работают. Но помимо этого, на самом деле, университет, я считаю, еще не раскрыл свой полный потенциал того, как мы можем быть вам полезным. Один из, я считаю, позитивных примеров – это как раз программа доподготовки ваших специалистов для работы в Японии. Потому что, действительно, не в каждой компании есть японисты в том объеме, в котором они есть в университете. А мы, на самом деле, можем как бы для Китая вас готовить или другие. Это очень интересное направление, которое вы упомянули. Могу только добавить, что ведь, смотрите, сегодня около 30 ведущих специалистов предприятия, большинство из них – это выпускники КФУ, работая у нас, являясь нашим ведущим специалистом, читают лекции и у вас, и в КАИ. И вот это вот хороший, очень хороший пример. Ну а по поводу того, что вот мы в прошлом году начали обучать наших инженеров японскому языку, здесь мы были приятно удивлены, что такая возможность есть именно здесь, в Казани. И вот первая команда, которая прошла обучение, сегодня она продолжает. Мы увеличим число наших специалистов, которые будут дальше обучаться японскому языку. Мы строим планы определенные. Ну, не скажу, что просто работать на японском рынке. Мы туда пока еще не попали. У нас только есть определенные планы. И работать с Японией и с японскими заказчиками – это совсем другая постась. То есть, вот, не знаю, многие, наверное, слышали, что культура страны, вот такой страны, как Япония, она уникальна там. И я сам, еще будучи студентом, читал разные истории о том, как американцы прокалывались, когда выходили на рынок Японии, там, и не могли понять, потому что логика людей – вот с этой культуры она отличается от типичной нашей логики, то есть особенно в бизнесе, когда мы вроде бы о всем договорились, и все, дальше нужно встать и идти работать. А вот почему-то там это не происходит, а какие-то другие должны пройти процессы. Этот уровень непонимания, что ли, или вот тот уровень особенностей рынка, он сохранился, и мы до сих пор вот имеем такого рода много примеров. Тем не менее, надеюсь, что все-таки мы это направление до конца отработаем, и у нас появятся заказчики реальные в Японии. У нас в планах есть открытие подразделения во Владивостоке, потому что, когда начнем работать уже непосредственно с рынком, с конечными пользователями, нужно будет достаточно быстрая реакция, а самолет с Владивостока до Токио летит все лишь там, ну, примерно столько же, как мы летим до Москвы. Вот, поэтому взаимодействуем там с одной компанией во Владивостоке. Очень хорошие возможности дает нам свободная экономическая зона, свободный порт Владивосток. Это великолепные экономические условия.
Надеемся также опыт, который у нас есть с КФУ, применить в работе там, с местным университетом. Причем местные университеты могут похвастаться именно хорошей школой подготовки к восточным языкам. То есть это корейский, это японский язык, и китайский язык. Вот, это не в укор КФУ. Готовы продолжать. А с точки зрения вот именно компьютерных наук, я считаю, что ИКИ и КФУ занимают самые лидирующие позиции. Мне кажется, мы не имеем каких-либо таких заметных отставаний в части преподавания этих дисциплин с московскими или питерскими вузами. Вот, считаю, что те, кто хочет изучать именно вот, технологии, они должны учиться у нас в Казани. Я полностью согласен. Виктор Васильевич, я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас за ваше время, за вот то, что вы поделились с нами вашим опытом. Это, в первую очередь, важно для тех людей, которые сейчас выбирают себе новую профессию. Причем это ведь не только выпускники школ, как это ни парадоксально, сегодня вполне взрослые люди выбирают себе очень часто профессии, отличающиеся от их основного образования, или просто меняют свою профессию. И в основном выбирают именно область информационных технологий. У меня такой очень маленький завершающий вопрос к вам. Вы не могли бы вы обратиться к этим людям с каким-то таким призывом, а вот куда бы им смотреть, будь то сервисные услуги, либо это разворачивание программ обеспечения, либо это разработка, или это, может быть, что-то связанное с новыми трендами дополненной виртуальной реальности, интернета вещей, или что-то еще, так, чтобы вы с удовольствием этих людей могли взять к себе на работу? Я думаю, что вот детализация, которая была упомянута, она, на мой взгляд, не обязательно, потому что что будет востребовано рынком завтра и какие рабочие места рынок потребует, я уже сказал, что даже специалисты не могут вообще заглянуть дальше, чем за 3 года. Но к чему мы должны стремиться, и вы, как школа кадров, и мы, это к тому, чтобы студенты, если говорить о студентах, чтобы они уже к 3-му курсу определились, кем они будут заниматься. То есть будут ли они заниматься прикладным программированием, системным программированием, или же они будут больше заниматься защитой информации. Кто-то может быть заниматься теми основами уже сборочного производства. Там тоже очень много особенностей, применения разных типов процессоров, биосы разные, и это все в конечном счете влияет и на производительность труда изделий, на производительность самого изделия и на безопасность, что, безусловно, очень важно. Поэтому, занимаясь информационными технологиями, нужно помнить о том, что вы однозначно будете востребованы, но конкретная специализация, она будет зависеть от того, на какой проект вам удачно удастся войти, потому что сейчас это в основном проектный бизнес, и нужно ориентироваться именно на те рыночные тренды, которые будут и которые сегодня есть. Но то, что вы будете востребованы на рынке, я вам обещаю, потому что рынок информационных технологий растет устойчиво. В 90-х годах я был в Соединенных Штатах Америки, и тогда уже в библиотеке обнаружил исследования маркетологов. Это был примерно 94-й, может быть, год, где было сказано, что рынок информационных технологий, он включал, правда, и телекоммуникации, он тогда уже превзошел рынок энергетики. То есть вся генерация, производство нефти, газа в целом в объеме мирового рынка, они были меньше, чем рынок информационных технологий. То есть мы обогнали этот рынок уже вот в середине 90-х годов. Вот. Вы будете востребованы в информационных технологиях, и занимаясь информационными технологиями, вы никогда не будете скучать, потому что от вас постоянно будет требовать новых знаний, и вы обязаны будете постоянно учиться. Спасибо вам огромное, Виктор Васильевич. Спасибо.